День добрый, друзья. Мы находимся в офисе компании Fusion. Офис компании выглядит таким образом. И в офисе есть все необходимое. И место огорожено просто забором. То есть тут создана некоторая специальная социокультурная среда и культурный забор вокруг места. А что здесь еще есть, так это то, что каждый участник, сотрудник офиса, в буквальном смысле как рыба в воде, и может творить все, что пожелает в рамках того социокультурного пространства, в котором он находится. Вот. А итак, взглянем, что же находится на дне Тьюжина.